Центр избирком в преддверии выборов президента России начал СМС-рассылку сообщений с информацией о новых возможностях голосования по месту фактического пребывания без открепительных удостоверений. «18 марта выборы президента Российской Федерации. Если будете находиться не по месту регистрации, выберите удобный участок заранее. До 12 марта в ближайшем МФЦ, на любом избирательном участке или на портале госуслуг», говорится в СМС-сообщении. В нем также указаны отправитель ЦИК РФ и телефон горячей линии Центра избиркома 8 800 707 2018, по которому избиратели смогут получить более подробную информацию. В ходе президентской кампании 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительное удостоверение, территориальной избирательной комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке. Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.